Плохая идея выезжать. Никуда, просто голову выпрямляю, потому что я как какой-то лев, блин. Лев Алекс. Меня зовут Полина. Мне 22 года. Ну да, хотя бы так, хотя бы можно было бы на коньках покататься. Было бы там хотя бы минус 10. Сейчас даже минуса нет. У нас тупо градус. Очень приятно. Рада знакомству. Я тоже с Волгоградской области. Волгоград, можно сказать. Ну, допустим, Волгоград. Только на 300 километров дальше. 350. Слышь, Делеттерт. Сейчас получишь по лбу. Привет! А, у меня сейчас подписано не казашка Полина. Да. С океана пришел и пипец. Все, я сначала не поняла, а потом я вспомнила, что тут стикер у меня висит. Я не заметила стикер. Ни за что, все, не получишь. Так, delete it. Давай знакомиться. Меня Поля зовут. Тебя как зовут? Да, бываю часто. Только к косметологу ездию. Ну, редко. Часто я ездию туда забирать свои посылки с НЛ. Так, что там? Улугбек. Очень приятно, я Поля. Рада знакомству. Я сначала прочитала не бла-бла-бла, а бла-бла-кар. Почему? Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Состоит в моем вкусе, значит, он понимает русский язык.